Друзья, сейчас какое-то селишко будет. А вот даже название ему видно. Вот Плен, по-моему, так, если не ошибаюсь. Вот справа указатель, да? И оно получается, ну, вам не видно сейчас по навигации карта. Вот с правой стороны озеро какое-то большое. Мы будем сейчас через мост пересекать. И получается, этот населенный пункт как раз на этом... В таких озерах он и расположен. Вот. Так, одностороннее движение. Эти полосу закрыли и пропускают частями вот так вот. Не знаю, получится заехать сейчас на заправочку, купить лампочку. Вроде как там была вот такая Орал заправка, ну, как бы заездом с нее. Справа какой-то замок. С такими вот сторожевыми, вот, я не знаю, как правильно, по периметру. Прикольно. Вы превышаете допустимую скорость. Друзья, я тут первый раз. Видите, кемпинг направо, то есть. Эх, красный. Ничего. Перестроимся. Пока рассматриваешь светофоры, забываешь на них. Впереди военная техника немецкая. Вот это их немецкие номера. А слева, видите, вот Дания на желтом фоне. Вот такое у них обозначение. И вот военная машинка. Ну, видите, тоже контейнер какие-то возят. Это специально такие вот платформы. Что-то получается. Так, а мне надо среднюю полосу занять вообще-то. Но мы можем и по этой проехаться, да? Правильно все. Мерседесы такие классные. Грузовички. Перестраиваемся. Повышайте допустимую скорость. Так, вижу заправку, но и не хотелось бы туда заезжать непосредственно, потому как потом выкручивать, а там тяжеловато. И так оставить машинку
знаю, как получится. Я же там не заеду, я не выкручусь. Видите, как получается очень неудобно. И машинку не оставить здесь, видите, в одной полосе. Чтобы сбегать в магазинчик. Потому как я других магазинов не знаю где. Ну вот слева авто Крэу или как-то. Ну опять же, что где и как я могу встать? Ну-то. А это какая-то станция техобслуживания. Ну я думаю, там же шмал. У них лампочки, может, наличие есть. Кстати, красиво уже высадили цветочки. Наверное, вишня зацвела так красиво. Как избы такие, да? Я не знаю, почем они. Ну, интересно. Друзья, мне нравится. Опять же, слева водоем так просматривается через кустики. Я не знаю, как вам будет видно. Вот тут где-нибудь паркинг, чтобы был бы, да, так припарковался и на выходные, и на водоем. Покушать ты есть, приготовишь, классно. Опять военная техника, блядь. Что-то здесь военных много. Ладненько, друзья, едем дальше. Наше направление вот Любек, в ту сторону.